18-я пара. Дай, пожалуйста, бинты. Они вот там внизу лежат, сидят сразу на кране. Трансляция подготовки мастера спорта международного класса Андрей Студенников. Мурманск. Андрей, 32 года. Чемпион России 2018 года. Чемпион Европы 2012 года. Вице-чемпион мира 2011 и 2013 годов. Тренируется под руководством Сергея Буланова. Седьмой спортсмен первого разряда Артур Степанов, Ленинградская область, город Выборг. Чемпион Санкт-Петербурга этого года. Тренируется под руководством Сергея Буланова.
Третий раунд. Приготовиться к заключительной паре. Бой номер 20. Супертяжеловесы. Финальный бой. Николай Яранцев, Санкт-Петербург. Максим Мурихин, Амурская область. Четвертый раунд. Давай, давай, давай! Шо? А я сам начинаю! Не шарик,
Солка, Артур. Уважаемые друзья, в апреле месяце, 21 по 25 апреля, здесь состоится чемпионат России и первенство России по саватам в дисциплине ОСО. 21 по 25, 4 дня, конечно. Ого! 4 дня. Я тоже по этому. Бригада судей на 19-й бой. Рефери Слюченко, Боковые, Никонов, Аэропедян, Титов, Передядько, Тарафимов. Судья секундометрист Шаталов. Пятый раунд. Работа, работа, Артур, работа!
вообще не важно. Да, в принципе. Ну, можно чуть пониже. Сейчас. Вверх уже получается, надо приподнять. Нет, вот так вот. Да, фиксируй корыстку. Спортсмен синего угла.